В современных схемах вы часто можете встретить вот такую вот деталь с четырьмя ногами. Эта деталь называется диодный мост. Это мощный выпрямитель, который выпрямляет электрический ток и находится в блоках питания. В компьютерных блоках питания такие мосты тоже есть. Вот здесь у него на вот эти выводы попадает переменное напряжение, переменный ток. И благодаря внутренней структуре этот диодный мост выпрямляет этот ток и это напряжение. И у нас получается из переменного напряжения, которое мы подали сюда, постоянное здесь плюс будет, а здесь минус. Но как он работает и как в нем расположены диоды? Схема диодного моста очень даже простая. В нем находятся 4 диода, соединенные вот таким вот образом. Вот в эту точку и в эту точку подается переменное напряжение, можно даже 220 вольт. А вот здесь, где соединились диоды, вот этот и вот этот, у нас получается плюс, потому что ток течет именно в этом направлении. Наоборот, вот здесь, где диоды соединены вот этим и вот этим точками, ток течет в эту сторону, и здесь получается минус. Проверить диодный мост очень даже легко с помощью тестера. Надо взять тестер, включить его в режим прозвонки диодов и подключить к диодному мосту. Прямо на выводы этих диодов, которые я показал в схеме. Если диодный мост исправен, то при подключении плюса к минусу и минуса к плюсу проводимости не будет. Но наоборот, проводимость будет. И эта проводимость равна падению напряжения на диоде. Теперь, если я поставлю щуп вот сюда, мы увидим удвоенное значение. Потому что в данном случае ток течет по схеме через два диода. Когда отсюда и сюда у нас включены два диода. А когда отсюда сюда всего лишь один. Давайте еще раз покажу. Вот так легко проверить диодный мост.